После того, как несколько месяцев не работали магазины одежды и не было массовых мероприятий, старт нового сезона проекта «Модель X» был словно глоток свежего воздуха. Вы только представьте, целых 2 месяца девушки ходили по лучшим бутикам нашего города, обучались у специалистов, пробовали новое и буквально менялись на глазах. Какую работу можно было провести за 2 месяца, чтобы так уверенно и красиво держаться, как будто они всю жизнь этим занимались. За это время можно только обозначить темы, которые необходимо изучать всю свою жизнь. И чем раньше девушки придут в проект, тем успешнее этот модный путь они пройдут. Все выпускницы, они очень уверенные женщины потом становятся в конце. И вот это отражается в их походке, взгляде, ну вот, вообще, как они несут эту одежду, которую они демонстрируют, да? Это же самое украшение. Самое главное, что, ну, все без исключения абсолютно позитивные, абсолютно открытые и, ну, очень благодарные. Молодцы, хорошие девчонки. То, к чему мы стремимся, да, что все эти вложения, то, что их всему учили, это не напрасно. То есть они настолько изменились внешне, я всегда прихожу и всегда боюсь их вот не узнать. Некоторых вот идешь, они здороваются, и ты думаешь, кто это? То есть вот даже лицо, настолько изменяется лицо, одежда, макияж, плюс их самое главное, внутреннее вот это «я» их, оно настолько меняется, что это перед тобой как будто другой человек. Финал проекта для участниц стал неким выпускным вечером, где они показывают близким и друзьям все, чему они научились. Все, что нужно женщине, это самое главное, это самое важное. И я очень рада, что я попала на этот проект. Мне хочется знаний побольше еще дальше двигаться. Впечатлений очень много, знаний тоже багаж. Теперь надо все разложить по полочкам, сесть, обдумать и пойти в мир, украшать его. Комплексы какие-то побороть. И мне это удалось благодаря этому проекту. Я благодарна. Очень много интересных знакомств, связей. Нужно участвовать почти любой женщине, любой девушке в таких проектах, потому что чувствуешь себя королевой. Это так важно и так прекрасно. Родные и близкие поддерживали участниц на протяжении всего проекта и не переставали удивляться бесконечным преображениям. Мой супруг оценил мою новую стрижку. Коротко я стриглась, потом вот на данный момент я подстриглась, и он был в большом восторге. Ему очень понравился мой образ. По-другому стал смотреть на меня. Несмотря на то, что у меня муж в другом городе, я выставляю это в сторисах, в интернете, в инстаграме, и он прям ставит лайки, потому что вот это классно, вот это здорово, на самом деле, да, потому что эти образы, они мне неприемлемы, но я их на себя примеряла, и, естественно, это все оказало фурор просто-напросто. Поддержать девушек пришли участницы прошлых сезонов. Год назад был их выпускной вечер. Но, как мы видим, интерес к стилю и моде не угасал ни на день. Они также посещают семинары, встречи, постоянно обновляют знания. Ведь все, кто участвовал в проектах имидж-клуба «Светлана», остаются с ним добрыми друзьями. А еще все выпускницы – действующие модели, которые принимают участие в параде моды на Кировке и других известных проектах. После окончания сезона самое время подвести итоги выполненной работы. Это феерия, это просто фейерверк, ну, эмоции, энергия, и гости такие все замечательные, девчонки обалденно красивые, и предыдущие проекты девочки, они поддерживают, они заряжают вот этой вот какой-то прям вулканической энергии, здорово, прям на самом деле очень хорошо и очень интересно. Восторг, эмоции восторженные, потому что на самом деле чувствовала себя и уверенно, и женственно, и на самом деле, вот все наряды, которые были, да,
примерив их, я ощущала себя совершенно по-другому, раскованно. Мне все это нравится, все это круто, все это здорово, ну, переполняет чувства, которые просто, просто суперовские. Я выросла, так можно сказать, в моде. Я теперь по-другому смотрю на эти вещи. И я очень рада, что я участница этого проекта. И это самое главное, здорово. Ведь женщина, она всегда, вернее, женщина, она несет красоту, хочет быть уверена во всем. И именно на этом проекте мы получаем такую возможность. И с этим не поспоришь. Проект «Модель X» – это уникальное событие для нашего города, и мероприятий такого формата должно быть как можно больше. Именно поэтому организаторы сразу же открывают запись на новый сезон, а еще обещают создать программу специально для мужчин. Все подробности вы можете узнать в имидж-клубе «Светлана».